Шоколадный торт, надеюсь, что у мастера он вызовет восторг. Огромнейшее вино для мастера создам, ведь лучшего не сделает никто из наших дам. Счастливого Рождества! Счастливых праздников! Мастер! Дружище, что привело тебя сюда? Думаю, мои витательные способности. Пей на здоровье. Спасибо, мастер. Как мне нравится зима. Все такие веселые. Ганс собирается снова печь свой знаменитый шоколадно-вишневый торт, только уже в 7 ярусов. Правда? Неужели? Да, и вы бы видели Вемиксвиль. Весь в огнях, украшениях, замечательно! Спасибо за какао, мастер. Похоже, жена мэра снова распивается. Мастер, в этом году я хочу сделать тебе самый лучший подарок. Правда? Например? Не знаю, но обязательно придумаю. Ты мне очень нравишься. Хочу, чтобы каждый видел, что без тебя, мастер, я бы не жил. Ух ты, похоже на рифму. Только подожди немного. В этом году я подарю тебе самый лучший подарок. Пойдем, Тоди. Мне достаточно просто быть с тобой, Панчинелло. Правда? Правда. Лучшим. А теперь нужно кое-чем потрудиться. Естественно, наверное, 8 пирожных или это сырно, да, пожалуй, многовато. Меньше здесь положим, а положим лучше наверх. Там будет красивее. Ух ты! Я еще никогда в жизни не видел такой огромный венок. Тебе нравится? Супер! Это самый большой венок в истории Вемиксвиля. Мое творение будет самым лучшим подарком мастеру. Правда? А Ганс говорит, что... Ганс со своим тортом, ха? Мастеру намного больше понравится мой венок, чем его кусок теста. Ладно. Хорошо. С днем мастера, Люсия! А, привет, Панч! И тебя тоже. А ты куда? К доктору Марвелу. Я ставлю концерт на День мастера. Надо же! Это будет самым лучшим подарком ко Дню мастера. А Ганс и Виолетта думают, что... Доктор Марвел будет играть на марвелофоне и органоне. А я сегодня почти сочинил песенку. Марвелофони, макарони. Ух ты, ты только посмотри. Давай повесим несколько игрушек. Извини, я тороплюсь, Панч. А мне с тобой можно? А, конечно, пойдем.
подруга? Панчинелла. Ну, здравствуй, Франчинелла. Будьте как дома. Правда, у меня самая лучшая музыкальная машина? Да, конечно. Я никогда не видел ничего подобного. И не увидишь. Моя марвелофония органони единственная в своем роде. Она готова к сегодняшнему концерту? Ну, конечно. Не беспокойся, милая. А как она работает? Сейчас покажу. Сквозняк Люсия. Какой-то образовался. Люсия. Привет, Люсия. Как думаешь, что я здесь дует? Мастер? Что? Сегодня же день мастера. Я не умею. То, я не то. Позволь себе. Слушай, могу понять. А где доктор Марвел? Его машина сломалась, а концерт вот-вот начнется. А? Да. Вот в чем проблема. Насос поломался. Это конец. Мне нужен помощник. Закипелла, вы подходите. Вы будете мне помогать, когда я буду играть. Делайте то, что я вам скажу, и мы будем лучшими на дне мастера. Орган, есть. Программы, есть. Торт Ганса, есть. Букет Виолетты, есть. Разволноваться, есть. И сейчас, когда все мы, венники, собрались здесь в эту торжественную минуту, у меня где-то записано, пускай такие празднества вемников приумножаются и расцветают. При всем с величайшим удовольствием я хочу представить вам великолепное и всеми любимое изобретение нашего изобретательного изобретателя и украшение нашей сегодняшней программы. Жена мэра? Да, милая, я пудрила носик. Просто я боялась, что вы пропустите концерт. Пропущу концерт? Мой волшебный голос – душа Рождества. Он самый важный на празднике.
А я думал, что мой дар самый важный на дне рождения мастера. Всем известно, что только мой чудесный венок самый важный на дне мастера. Правда, Люсия? Под аккомпанемент Марвелофонни Органонни. Готовы, мистер Йелло? Панчинелло. Левый, правый, Йелло, рывок, рожок. Пенюли Йелло, добавь шуму, потяни рычаг, на котором написано «тарелки». Меня зовут Панчинелло. Выключай, она трясется. Только бы она не Пожалуйста. Thank you.
прекрасная песня. Это самый лучший подарок. Панчинелло, друг мой, нет сомнений, это самый лучший подарок, самая лучшая минута Дня Мастера. Спасибо, Панч. Ты напомнил всем нам, чей день мы сегодня празднуем.